Друзья, 17 февраля 23 года, рыболовный клуб «Зеленый берег». Друзья, дневной улов, 12 хвостов форели. Сергей. Рассказывайте, делитесь, на что, как было поймано, на какую снасть? Все больше на пассив, ага. Три штуки на актив, еще на актив пару сходов. Пару сходов. Одна актив... хорошая сошла. Актив что работало? Все на ратлины. Ратлины конкретно какие? Ой, все всяко разные. То есть не было, не было, не было. Определенного не было сегодня. Так, а из пассива? А из пассива либра белая, либра зеленая и чанки чиз. Чанки чиз. Ну, в принципе, нормально для сегодняшнего дня. 12 хвостиков, друзья. До новых встреч. Ждем вас вновь. Приезжайте.